Что там сохранившийся на дереве лист может сорваться с ветки в любую минуту. В Иркутской области прогнозируются метели. В некоторых районах порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Не порадует погода и жителей Иркутска. Уже сегодня ночью столбик термометра может опуститься до минус 25. Такая температура вполне обычна для середины января, но согласитесь, привыкнуть к переменчивости нашего климата сложно. Особенно в последнее время, когда даже зимой бывают плюсовые температуры.